Куда идти теперь? Вот еще одна. Пусти меня. Плодородная земля на плоту. Мы можем влезть вверх по лианам, а затем перейти дальше. Перейти дальше куда? Там и выясним. Это Алхим. Кажется, мы потеряли путь к отходу. Если мы окунемся во тьму, то потеряем вообще все. На крышу. Притяжение никого еще не убило. Добраться до него и остановить.
Эй, отойди оттуда! Уже лучше. Тьма рассеялась. Теперь, похоже, мы выберемся отсюда. Держись!
сюда. Сейчас. Масфира Нешанди. Нам нужно больше. Пропусти меня. Смотри,
удовольствием. Держись. Дорос ваша.
тяжелее, чем кажешься. Сжимай так сильно! Вот еще одна. Надеюсь, оно не ядовитое. Спасибо. Иди. Thank you.
Я становлюсь сильнее. Где мы сейчас? Это часть королевского дворца. Ты жила тут? Только ты и твой отец? Здесь жили многие люди, которые потом покинули нас. Сначала опустела долина, потом развалилась цитадель, затем город. Остался только дворец. Страшновато быть тут одним. Здесь мы встретим не призраков, а иллюзий. Наложница будет ждать нас. То, что мы видели, вся эта тьма. Это Ахриман. Но если мы видели Ахримана в видениях, не он ли их создал? Нет, не он. Это сила Армузда. Храм старается сам защитить себя. Эй! Водородная земля под нами, но мостов между платформами нет. Придется перебираться по колоннам, затем прыгать вниз. Плодородная земля чиста. Принцесса? Не могу пошевелиться. Это наложница, она... Что, больно? Давай-ка попробуем еще разочек. Сиди тут, я ее найду. Так-так-так, кто у нас тут? Принцесса и ее человечек. Два заблудших путешественника, не знающих, куда они пришли и зачем. Пожалуйста. Ты ломаешь все, что попадается на глаза? Попробуй-ка еще. Потерянные в пустыне, ведомые целью, и все равно заблудшись. Что ведет тебя вперед, человечек? Кто ты? Принц или нищий? Вор, дворянин, купец, убийца? Ты сам не знаешь, что... Одна иллюзия. Полезна для тренировки. О, все это время я была здесь. Извини, что напрягла тебя. Ты бросишь ее на производство. Не будешь рядом в частную школу.
жизнь. Очень странная штука. Ты думаешь, что все под контролем? И тут все меняется. Ты желаешь ее? Но в ее сердце только дух. Она служит своему народу. Но тело зла стремление. Очень забавно. Скажи мне, что от нее можно избавиться навечно. Если мы заточим Ахриману или пройдем в покое за черными вратами. Стоять может? О, никогда не думал, что буду стоять на сцене. Спасибо, что пришли на наш сегодняшний спектакль. Смерть наложницы. Она не мертва. Я могу помечтать. Разве не для мечтаний все эти сцены? Если ты не будешь мечтать, никогда не станешь лучше. А если не просыпаться, промечтаешь всю жизнь. Идем к следующей плодородной земле. Вот еще. Ирейтору.
еще. Здесь прыжка!